Во Владивостоке прошла социально значимая акция «Блины приморской тещи» в рамках краевого проекта «Приморье за наших». Жены участников СВО, а также общественные организации и представители органов власти Приморского края угостили военнослужащих, находящихся в госпитале, домашними блинами. Инициатором проведения акции выступила заместитель председателя правительства, министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Так получилось, что День защитника Отечества тоже выпадает на масленичную неделю. И вот мы, женщины, жены военнослужащих, общественность, невесты, дочери, собрались и решили, что вот как можно ребят наших поддержать, особенно тех, кто находится сейчас на лечении в госпиталях. И вот совместно правительство Приморского края и женсовет 5-й армии, мы так поговорили, а почему бы нам не накормить блинами наших ребят в масленичную неделю. Для приготовления угощений в стенах краевой филармонии была организована импровизированная кухня, на которой с самого утра без перерыва жарились блины. Кто-то принес все необходимое с собой из дома, а кто-то воспользовался тестом и кухонной утварью, предоставленными организаторами акции. Я сама супруга участника СВО, сейчас после тяжелого ранения на реабилитации. И я решила принять участие, потому что это как поддержка нашим ребятам, которые сейчас немножко растеряны, они получили ранения, они в госпитале. И это такое как бы внимание, проявленное к ним, забота, что мы их здесь любим, мы в них верим, мы ими гордимся, они для нас все герои. С каждой минутой акции стопки блинов становились больше. Угощения были расфасованы по контейнерам, после чего вместе со сладостями, письмами и поделками от детей отправлены военнослужащим, проходящим лечение в госпитале Тихоокеанского флота. Как вы себя чувствуете? Как настроение ваше? Боевое? Молодцы, потому что вы наши Ильи Муромцы и Алеши Поповичи. Сегодня второй день масленичной недели, но 23 февраля тоже в масленичную неделю выпадает праздник, поэтому мы вас решили поздравить вот так, блинами. В муниципалитетах края также поддержали акцию «Блины приморской тещи». Общее количество приготовленных блинов на всех площадках края составило более 5000. Организаторы выразили большую благодарность всем участникам мероприятия. Яна Коган, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.